Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Хочу показать сегодня свой завтрак. Приготовила овсяные лепешки. Здесь у меня овсяная мука, лук пророщенный, выращенный зеленый на своем подоконнике, и вода. Жарила я лепешки на сухой сковородке без растительного масла. И приготовила морковный салатик. Морковочку натерла на крупной терке, заправила ложкой растительного масла. Пить я буду чистую воду, фильтрованную, вот, профильтровала ее через фильтр. Вот такая вот у меня морковная диета. Буду запивать водичкой и кушать лепешки, поджаренные без масла. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорых встреч в новом видео.